Приветствую вас. Как бы вопрос, который вы задаете, традиционно можно разделить на две части. Первая часть – это чисто физиологическая, или лучше сказать, объективная, и тогда можно говорить о том, что это просто случайность, вот. С другой стороны, если говорить о эмоциональном уровне, то здесь, по всей вероятности, ваше подспудное желание быть с этим человеком. То есть, когда вы забываете ее, свою бывшую девушку, можно сказать, что вы чего-то боитесь, чего-то пугаетесь, и инстинктивно возвращаетесь к ней. То есть, обращаете внимание, например, на какую-то ее активность, на какую-то ее деятельность, и как бы более восприимчивы к ней, к этой деятельности, к этой активности. Но понимаете, в чем проблема? Как бы вы спрашиваете, как это называется? С точки зрения науки, на физическом уровне это просто случайность. Эзотерики вам, наверное, скажут, что это карма, что это судьба, что это ваш человек, например, и так далее. То есть здесь много есть объяснений, и в любых теориях, учениях это объясняется. Вот. Другое дело, что если вы в психологию свой вопрос поместили, то по сути это дело, если речь идет только о физиологическом аспекте, если дело идет только, это речь только о том, что она реально физически в вашей жизни появляется, то иначе как с течением обстоятельств это не назовешь. Ну а если речь идет о чем-то эмоциональном, о чем-то психологическом, о вашем отношении, об ассоциациях, о воспоминаниях, о желаниях, вот тогда можно говорить о том, что это уже вы сами создаете реальность. Я думаю, так можно ответить на ваш вопрос более полно, более конкретно. Можно ответить после либо вашего дополнения, либо пояснения в личном сообщении любому из экспертов, кто вам ответит. Надеюсь, что помог. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.